Спереди и сзади первого яблока срезаем ломтики и прикрепляем их по бокам от срезов. Эти ломтики станут крылышками. У второго яблока срезаем ломтики с одной и той же стороны, немного под углом друг к другу. Острием ножа проделываем отверстия по центру каждого среза. Это и будут наши глазки. Сделать их можно с чего угодно, например, из изюма. Из кусочка яблока вырезаем три треугольные детали. Одна станет клювиком, две другие – ушками. Закрепляем детали с помощью зубочисток. Осталось прикрепить голову к туловищу тоже с помощью зубочистки. Наш необычный филин готов! Замечательная идея для осенней поделки, не правда ли? Можно подарить любимому преподавателю на День учителя.